Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро, добрый день и благословенного времени, которое мы имеем сегодня от Всевышнего Бога, начальника жизни и начальника времени. Значит, Он точно знает, чем будет наполняться сегодняшний день, а нам важно это еще узнать. Узнать, потому что мы отправляемся в путешествие нового дня, мы отправляемся на новые задачи, которые нам надо исполнять. И Господь желает вместе с нами пройти по этой дороге. Как вы помните, Он говорил израильскому народу, в данном случае Давиду, о том, что я был с вами. Я проходил через пустыню, я вместе с вами оказывался там, где были вы в своих шатрах, но себе я не просил дома, кроме скинии, которую вы для меня устроили. В общем-то, вот о чем был диалог Давида с Богом сейчас через пророка Иоаннафана. Но Господь дальше говорит: «Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его». Теперь уже Бог говорит о финише жизни Давида. Еще этот финиш не наступил. Он еще находится в полноте царства. Правда, может быть, уже не столь долго ему осталось править, но все равно еще есть время. Но Господь говорит: «Как я знал тебя в прошлом, как я знаю тебя в настоящем, так я и вижу твое будущее». Меня это тоже, друзья, радует и приводит к определенной степени благодарности в адрес Бога. Потому что то, что мы с вами не можем контролировать, то, что мы с вами не можем даже видеть, уже находясь в теле, потому что уйдем с земли, но Господь говорит: «А я буду в этом верен. Я благословлю твое потомство. Я благословлю твой корень настолько, чтобы вырастали новые ветви, и эти ветви будут на троне, они будут управлять царством. И ради тебя, Давид, твои сыновья, они сядут на трон, потому как я тебе это обещаю». Вот что вкладывал Господь, говоря слово: «Я устрою тебе дом». Это не шла речь только о кедровом доме, а это шла речь о роде, потому что Бог мыслит веками, Бог мыслит родами, Бог мыслит семьями. И потому, когда мы с вами видим только собственную жизнь, и да, мы хотим благословения своим детям, да, мы хотим видеть их счастливыми и радостными, но мы не знаем, как это сделать по-человечески. То, что знаем, делаем. Но если Господь в этом не будет своим благом поспешать, то наши все усилия, они не будут настолько эффективными, как нам хочется. Поэтому слава Богу за эти обещания его Давиду, что «я тебе устрою дом», и он сегодня говорит ему о его будущем, о его финише жизни. И мы можем принять это как обетование и сказать: «Господь, устрояй дома наши настолько, чтобы будущность, она вся была под твоим покровом, под твоим фокусом, в твоем внимании, чтобы нигде никакие искушения, никакие обольщения, никакие капканы не были расставлены на пути наших детей, потому что там мы уже сделать ничего сами не можем, если ты это не возьмешь под свой контроль, свое внимание, под свой фокус». Поэтому, друзья, давайте говорить и мыслить категориями будущего, так же, как нам предлагает это делать Господь. Потому что то, что мы видим сегодня в физическом мире, хорошо, что мы видим, хорошо, что мы можем осознавать что-то, но у Бога взгляд через призму высокой позиции, через призму над линией времени. И поэтому наш финиш, он тоже в руках его. И не только наше начало, не только там, где мы сейчас находимся, но и финиш, он его хорошо знает. И поэтому он альфа и омега. У него два имени, которые включают в себя старт и финиш. И это радует. Это на самом деле вдохновляет идти по такой дороге, по которой Господь знает ее завершение. Поэтому мы можем доверять Ему и знать, что наш финиш никто не сможет остановить или испортить, когда он в руках начальника жизни. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем отдать Тебе весь путь, которым Ты нас вел, ведешь и будешь вести. То, что нам известно или неизвестно. Мы сейчас молимся о финале. Мы сейчас молимся о результате. Мы молимся о наших детях и внуках, чтобы дом был устроен по большому счету, чтобы не было разоряема никакая судьба, чтобы каждый человек, который рожден на эту землю через нас, он был под покровом Небесного Отца. Он был в фокусе Твоем. Он был во внимании Твоем. И я благодарна Тебе, Господь, что мы можем с Тебя об этом сегодня попросить. Как Ты обещал Давиду, то мы хотим встать под покров этого слова, под покров этого обещания. Давид, я Тебе устрою дом. И я благодарю Тебя, Господи, что это радует наши сердца, потому что Ты нелицеприятен. И пусть в нашем духе, в нашем сердце будет много того, что Ты называешь своим царством, в многообразии проявлено в наших судьбах, чтобы остальное приложила Твоя рука. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь.